Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, и мы продолжаем проходить Wolfenstein 2 New Colossus. Нам нужно сходить... Как наша, я забыл, как ее зовут, предводительницы. Тихо. Куда ты полез, Бласко? Отдать Грейс досье, да, где Грейс? Точно, мы ж выиграли, мы в прошлой серии выиграли. Я так хотела, чтобы мы побыли вдвоем. Побудем. Надо глянуть на эту Энигму. Что это? Заметка Грейса о машине Энигма. Бласковец. Наши сестры перехватили радиосообщение обер-коменданта Клауса Клингера, одного из мудаков, возглавляющих нацистский оккупационный режим в Америке. Судя по всему, генерал Энгель поручила ему расхлебывать кашу, которую ты заварил в манхэттенском бункере. Убив его, равно как и любого другого обер-коменданта, мы расшатаем нацистский режим и поможем будущей революции. В этой машине Энигма полно зашифрованных досье на обер-комендантов. Мы уже нашли Клингера, но ты можешь отыскать остальных, расшифровать досье с помощью кодов Энигмы. Если найдешь и убьешь обер-коменданта, принеси его посмертную карточку, чтобы мы вычеркнули этого мудилу из списка Грейс. Что это? Ну это понятно, это нам не нужно. Пока нам это не нужно. Пока нам нужно найти Грейс. О! Наконец. Анька, мы с тобой пообщаемся. Грейс. Грейс. Тихо, мудозвон, разбудишь, Эбби, я тебе шею сверну. Вот досье по новому Орлеану. Прости, несколько часов не могла ее уложить. Так, пошли. Другие новости. Министр внутренней безопасности генерал Энгель поклялась очистить Америку от, цитирую, преступников и террористов. Конец цитаты. Теракт в Розуэлле всколыхнул американский народ. Наша жизнь не столь безмятежна, как нам казалось. Сегодня поговорим с леди Хеленой о новом фильме, самом дорогом в истории кинематографа, который расскажет о поисках и аресте жуткого Вилли. Про нас кино будут снимать? Мы зададим леди Хелене главный вопрос. Кто сыграет жуткого Вилли? Если актер способен передать на экране все зло одного из величайших убийц в истории. Штаб, 5 минут. Мои братья и сестры. Я уже очень много раз слышал о лидере сопротивления. Лидере по имени... Хортон. Хортон, простите. Никак не настрою, заразу. Хортон. Хортон и его отряд прячутся в гетто Нового Орлеана. У этого лидера есть важные контакты с другими уцелевшими ячейками сопротивления в США. Ты, Бласковец, отправляйся туда и заручись его поддержкой, лады? Однако, провернуть это непросто. Нацисты окружили Новый Орлеан охеренно высокой стеной. Тяжелые орудия на вышках, а береговая линия утыкана минами. Подлодки туда не пробраться. Ну и что? Да хер с ними! У нас есть кое-что еще. Простите, что, нужна лодка? Да, твою мать. Аня, говори, куда стрелять, Грейс. Вы с Фергюсом проникнете в сторожевую вышку восточного периметра, которая на озере Борган. Отключите мины, мешающие нам войти в озеро Планчартрой. Тогда мы прибудем на этой подлодке в город и заберем всех выживших. Да что такое? Что это такое? Новый Орлеан надеется на нас, братья и сестры. Хорошая штука, как в трансформерах. Поехали, Билли. Поехали.
Так, Новый Орлеан. Ну, давайте посмотрим, чему нас там обучают. Наклон, это мы читали. Так, машина Энигма. Используйте машину Энигма, чтобы найти оберкоменданта. Выберите профиль оберкоменданта и расшифруйте его с помощью найденных кодов, сопоставляя их на двух кодовых дисках Энигмы. Определив местонахождение оберкоменданта, вы сможете отправиться в эту точку с помощью военной карты, чтобы уничтожить его. Ликвидируя оберкомендантов, вы помогаете повстанцам освобождать США от нацистов. Так, это понятно все, да. Все? Силовые скобы. Металлическая броня, защищающая суставы. Но это мы все сделали, да, да, да. ЛС для быстрого бега, да, это мы в курсе. Во. Бласковец. Ну? Мне нужно, чтобы ты перебрался через эту огромную стену. Ищи любой проход, который позволит тебе попасть внутрь стены. Преодолеть стену. Ну, мы сейчас преодолеем, чё. Что это за звуки? Эй, Бласко! С тех пор, как мы здесь, я не видел гражданских. А вот кого наоборот полным-полно, так это нацистов. Надеюсь, тебе повезет найти выживших. Конец связи. Не знаю, Фергюс. Я... Меня смущает то, что у меня броньки ни хера нету. Наверное, ее можно было взять на лодке, но, как обычно, я это просрал. А ты мне напиши в комментариях, можно было это или нет. Угу. Да, надо. Ух, что это? Ну как так? Вообще, что ли, без лута? Что за нах такой? Так нах, так нах. Угу. Подожди, а здесь что? А нихера тут нет. Полезли. Топорик, да? Ну, естественно. Топорик веселых операций. Топорик веселых... Прикольно, да, прицел отражается? Прям то, что надо. Патроны я вижу. А нихера я больше не вижу, кроме патронов. Ну, офицеры, понятно. Тихо. Угу. Ну чё? Где здесь можно воевать? Этот наверху ходит. А вон там что? Вон зарядка. О, тихо, 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 тихо. Хорошо. Отлично. Офицер готов. А имело ли вообще это смысл? Аптечка. Что? Трансляция казни жуткого Билли собрала рекордное количество зрителей. 30 июля 61 года, Берлин. Прямая трансляция казни Уильяма Бласковица собрала рекордное количество зрителей в истории телевидения. Ее смотрели миллионы людей в разных уголках мира. Вся планета и особенно американские территории вздохнула с облегчением, когда генерал Энгель быстрым взмахом меча отсекла голову жуткого Билли. Суд над самым гнусным террористом в истории и его казнь покончила с эрой насилия и стали началом тысячелетнего мира Рейха. Наш любимый фюрер объявил день казни жуткого Билли всенародно праздником, днем правосудия. Он станет днем поминовения тех, кого убили. Уильям Джей Бласковиц и ему подобные гнусные анархисты, заявил фюрер. Это ж надо, в честь меня прям, в честь моей смерти сделали, учредили национальный праздник. Он меня как будто бы скотина видел. Он меня как будто бы скотина видел. Мразь, а. Ф-
Где еще? Перезаряжаемся. Где нахер? Патронов нет, это плохо. Броня, 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 броня. Говно! Ну-ка. Спасибо, игра. Иди отсюда. Говна кусок, ну-ка. Это мне не нужно. Там кто-то был, я слышал чьи-то шаги. Готов. Так, давай, 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 поднимай сирены, говна кусок. Что это за звук? Что это, мать его, за звук? Почему у меня это? Я не понимаю. Мне нужно вот это. Сейчас бы я вытащил. Так, надо в параметрах изменить. Она очень сильно гуляет. Управление в меню оружия. Вот я думаю, что... Давай-ка на 10 единиц изменим. Посмотрим, что получилось. Так, вроде чуть-чуть вязкий он, получше. Я не вижу, кто стреляет. Хорошо. Так, отлично. Штурмвегер есть. Я так понимаю, что этот мудак, он бегает. Он бегает, он бегает. Это что? Патроны. Ага, пулемет у нас полностью заряжен. Заряжен. Подожди, я не понял. Я не подобрал этот код, что ли? Так он же был. Я что, его настолько далеко убил? Такого быть не может. Так. Ага. Вот здесь если наверх подняться. Так. Угу. Ладно. Ну, здесь мы прятались, да? Или это другое место? Так, дай-ка сейчас я перезаряжу как раз шокхаммер. А, он перезаряжен. Отлично. Так, пулемет. Сдохни, скотина. И все-таки. И все-таки, и все-таки. Это мне не нужно. Это мне не нужно. Почему этот код Энигмы болтается? Где этот офицер? Хер его поймешь, где он.
Не знаю я. Я не понимаю, честно говоря. Что за бред происходит? А солдат же здесь наверху, да? Солдат вроде был здесь наверху. А, вот так. То есть он мне показывал, сколько еще энигм на уровне. Ну это как-то странно. Это капец как путало. Где он? Что я не это? Все? Вот эти баллоны, они меня ой как смущают. Они же взрывоопасные, мрази. Так. Это что? Это пулемет. Это карта. А что там на карте? Капец, конечно, это карта, я же говорю. Что? Для шокхаммера. А, вот это. Так-то гранаты, гранаты, гранаты. Что еще? Сколько у нас для шокхаммера? Нормально. Все нормально у нас с шокхаммером. И можно воевать. Поэтому сейчас мы с тобой взрючим и отпиарим всех присутствующих. Мы уже, в принципе, это сделали. О, бронька, 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 бронька. Ну чё, мы укомплектованы прям как надо. Комплект улучшений, отлично. Так, что еще здесь можно? Что такое магнум? Это что? Громко стреляет? Нет, это мне не нужно. Громко стрелять не нужно. Готово. Пулемет, барабанный магазин, ну не знаю. Этот весь. Боевой пистолет, ракета, приклад, это что? Обычную боевую. Ну, такое, такое. Лазер. Оптический прицел. Емкость. Да. Оптический прицел мне. А это что? Ну, это нужно в этом, как его, зажимать. Ну, я что хочу тебе сказать. Вот, например, в пылу боя, ну, где там зажимать? Просто вот есть увеличенный магазин. Херакнул, и все нормально. Я считаю, так будет практичней. Так будет гораздо практичней. Ты, конечно, можешь со мной не согласиться. Да. Но я так думаю. Так, ну раз у нас увеличенный магазин, то, наверное, надо зарядить. Да. У нас у него теперь 200-ка. Прям убивай не хочу. Прям убивай не хочу. А мы хотим убивать. И мы будем убивать. Так. Ну, я так понимаю, оно вот это вот. Там кто-то есть? Я что-то там никого не вижу. Подожди пока. Надо пока вот тут поломать все на свете. И посмотреть, зачем это надо. Ну, допустим, 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 допустим. Да? Там что-то было? А что это? Это на пулемет патроны. Ну-ка, уходим отсюда. Так, больше, в принципе. Биджей как бежит, прям навстречу ветру. Прям охереть вообще. Ласковец, иди к старому зданию American Bank. Там должны укрываться Хортон и его группа. Найди их. Убить их. American Bank. American Bank. Какой нынче курс доллара? 65 рублей, что ли? Или 60? Ну, тут... А, ну вот оно. Так, значит, отсюда можем спрятаться, поэтому херачим это говно. Все. Готов. Нет? Я думал, ты уже помер.
Тихо. То есть они что хотят сказать? Что отсюда никак? Что отсюда никак, только... А вон там кто-то бегает. Ну ты видел, да? 4 заряда влетели. Ни один не умертвил. Так, я думаю, вот отсюда, наверное, вон туда. Ну да. И они тут же активировались, активизировались точнее. Давай, Билли, выплывай. Может быть, имеет смысл? Давай, 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 вот так. Да ё-ё-ё. Суки, а. Весь мой хил забрали. Ну-ка. Тихо, броньку, броньку, броньку. Броньку, 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 броньку. О! О, игра спася у тебя. Ты чё, дурак, чё ты сюда пришёл? Давай, охерели. Дробаш хорош. Дробаш просто рулит. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну-ка. Что это за звук? Где ты там? Ну чё, разобрались? По-моему, да. По-моему, разобрались. Шокхаммер. Главное, шокхаммер. Главное, на него Патрики. Так, там была записка, по-моему, на втором этаже. Надо будет её почитать. Стоп. Штурмбегер, или как он? Была же. Да, точно была. Записка бойца сопротивления. Вы меня живьем не возьмете, сраные нацистские суки. Если ад существует, вы будете вечно крутиться на вертеле сатаны, убогие мудаки. Идите нахер, т. Записка заляпана большими пятнами крови. Убили, наверное, его. Я так понимаю. Так, это. Да, хил это прям обязательно. Все, больше ничего. Нет, пулемет вообще раздражает жутко. Совершенно не хочется его использовать, и я считаю, что пистолет с глушителем, плюс наш прекрасный дробовик, плюс пулемет с оптикой, практически все, что надо, делает. Ну, это псина, которую мы расхерачили. А что еще? А что еще у нас на пути? Так. Ну, я так понимаю, что... Этот автобус? Нет, не этот автобус. А это что? Ага. Ну, сейчас отсюда мрази и полезут откуда-нибудь. Что? Что значит не с места? Ты что, дурак, что ли? Идите сюда. Идите сюда.
Хорошо. Живые. Штормвегер. Это пулемет. Штормвегер, да. Штормвегер это пулемет. Почему тут как его? Что это такое? Биджей, это что? Сколько у нас? Перезаряжать не надо? Не надо, он полный. Переплывать что ли надо? Ну я не вижу. Бар вижу. Что это? Бернар какой-то. Бернар. Новый Орлеан. Тебя не вернуть. Я думаю, что но вот я могу сюда. Покарать тех, кто тебя уничтожил. Давай, Билли. Угу. Очередная. Где они там? Кто это там такой деловой? Он живой, нет? Хорошо. Он где-то здесь лазит, по-моему, да? Это неудобно. Подожди. А, вот он. Заменяем обойму. Почему он красным? Придется срезать через это здание. Ну сейчас срежем, Билли, не переживай. Сейчас срежем. Так, ну-ка, подожди-ка. Бензин. Вот, зарядили. Нет. Подожди-ка. Пусто. Максимум. Срезать через какое здание? Это ворота. А, наверное, вон там двери были. Здесь вряд ли. Я думаю, что вот здесь. Нет? Билли, а через какое здание надо срезать? Ты про что? Я чуть ничего не вижу здесь больше. Тут может что нажать надо? Нет. Ну да, я правильно все сделал. Что такое? В чем проблема? Может надо скинуть? Подожди-ка. А, так что ли? А здесь есть люди? Как они называются? Лестница или еще что-то? Не пойму я. А, боже мой. Это вот так? Угу. Ну, в этом здании, естественно. Офицеры там. Чье сердце под прицелом. Ну-ка. Замечательно. Максимум. А здесь что? Так. Ну, гранаты мне не помешают. Да, спасибо, игра.
максимум у нас есть. А, то есть вон та дырка. Угу. Это ближайшая цель. Ну и... Откуда они пойдут? Иди отсюда. Я вообще ничего не вижу вообще, я не понимаю. Ну и... Да, ну, конечно, темнота это самое то, где надо воевать, вести огонь, там все дела. Короче, я тупанул. Надо было подниматься на второй этаж, а я этого не заметил. Ну, ладно, ничего. Сейчас я приду, офицеры. И всем вам сделаю мамину маму. Все. А, еще? Еще можно пострелять. Но мы сейчас постреляем еще. Ты правильно сделал, что пришел. Ты как раз пришел по адресу, дебил. Пересечь большое помещение. Сейчас пересечем. Только бы понять. Иди нахер. Пошел нахер. Пошел нахер. Мразь, тихо. Вот так. Броньки нету, броньки нету. Так, броньку эта скотина мне снесла. Ну. Вылези. Молодец. Бронька есть. Так. С миру по нитке Бласку на броньку, да? Дурак, что ли? Зачем ты вылез? Отлично. Готово. Так, это мне не надо. Хил, хил, хил. То есть не хил, патроны, патроны, патроны. Это что такое? Да, 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 да. Дробаш, наш божественный дробаш должен быть всегда, всегда полон. Без него тяжело воевать. Потому что вот сейчас он себя показывает просто охеренно. Так, понятно. Значит, нам нужно идти, 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 идти куда? Идти вот сюда. Тут лестница будет. Вот. Подниматься по лестнице. Я уже иду, мрази. Вы боитесь? Правильно, надо бояться. Потому что я иду. Только я не понимаю, где вы. Так, быстро. Карточку. Вот так.
39 метров. А где ты? Здесь, что ли? Непонятно. Ну ты молодец, что пришел, в принципе, чё. Упростил мне задачу. Прям очень упростил. Что здесь? Хил возьмем. Это что? Это не надо. Чё, всего максимум? Всё. Мы молодцы. Мы с тобой вооружены и очень опасны. Так. Так, мы пересекли, получается, это большое здание. Ну-ка. Бронька. Ага, кран какой-то. Так, сейчас проверим, надо ли максимум. И еще сейчас лут. Бронька есть. Всего максимум. Это что? Через крышу там никак нельзя? Нужно попасть на ту сторону. Сейчас попадем. Может, я смогу использовать мостовой кран. Может быть. Ладно, дорогие друзья, на ту сторону с использованием мостового крана мы уже будем все делать в следующей серии. А посему ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик, пишите комментарии. Всем до новых встреч и всем пока.